Ислам Кашеев, новобранец команды «Черкес 07». Ислам, как вообще тебе игра с командой «Акбаш»? Выигрывали 3-0, потом пропустили один, в концовке еще один, и нервная концовка вообще. Как тебе матч? Матч, как и ожидалось, очень сложный был. Соперник цепкий, борется до конца, поэтому... В принципе, могли и попроще выиграть в конце, сколько моментов не реализовали. Сами себе привезли 2 гола и посложнее в зал. А так, первая игра с таким составом, пока посмотрим. Черкес 07 как оказался в этой команде? На меня Азамат Харай вышел, и он пригласил меня в команду. Я, в принципе, с ними работал до этого, поэтому с ним мне до этого комфортнее было работать, и по приглашению Азамата я оказался здесь. Болельщикам в следующих играх ждать таких же нервных матчей, или вы будете работать над тем, чтобы игры проходили в более спокойной обстановке? Надеюсь, да, все поспокойнее будет, пока первая игра таким составом тяжеловато. Надеюсь, следующие игры по спокойнее. Спасибо большое, Ислам.